Христос воскрес! Как эхо грома звучит в пустыне и в горах, несется с дивных мест Сиона и отзывается в сердцах. Христос воскрес! Воскрес, ни слова! И наши души оживи, пусть будут все сердца готовы принять завет Его любви. Своей божественной кровью грехи Он наши искупил. И всепрощающей любовью нам Царство Вечное открыл. И в этот день, друзья и братья, на радостный призыв небес откроем с радостью объятия. Христос воистину воскрес! Говорят, что в мире нет чудес. Посмотри, как мир устроен мудро. Звезды блещут в глубине небес. Ночью ходит, наступает утро. Говорят, что в мире нет чудес. Они вокруг тебя и всюду. Даже то, что мы с тобою есть. Наша жизнь на всей земле — то чудо. Не в веках и не в прошедшем дне. Каждый час, каждое мгновенье видим чудеса мы на земле. И в природе, и во всем творении. Только самым чудным из чудес было на земле со дня творения. Чудо в день, когда Христос воскрес. Светлое Христово воскресение. Были, есть и будут чудеса. Знаем мы и верим без сомнения. Есть у нас обитель в небесах. Час придет и будет воскресенье. И настанет самый чудный мир. Желанное мгновение. Бог придет, чтоб взять детей своих от земли для вечного спасения. От земли для вечного спасения.